Всем привет! Недавно я поиграла в игру Fortnite, и вот результат! Вообще, я давно хотела поиграться с пушками серии Nerf, но не думала, что заказанная вещица будет столь огромной. Кстати, многие могут задаться вопросом, каким образом Nerf или Fortnite относятся к японским хобби? Так вот, в Японии очень много фанатов оружия и военной техники. И подобные игрушки зачастую покупают мальчикам и девочкам от 240 месяцев от рождения. Грустная история. Если честно, то я покупала эту игрушку, так как знакомые пригласили меня поиграть и пострелять. Но только после покупки я поняла, что гранатомет пусть и нереально шикарен, но все же это не совсем то, что нужно. Но вернемся к обзору. Коробка большая, очень большая. Кстати, забавный факт. Игрушка не японская, но лицензионный стикер все равно присутствует. Но не будем задерживаться на коробке и давайте уже откроем это чудо техники. Итак, внутри коробки имеется само оружие, 6 контейнеров для ракет и, конечно же, сами ракеты. Но в отличие от большинства других орудий от Nerf, тут нам потребуется некоторая сборка. Как оказалось, зарядные контейнеры устанавливаются очень уж тяжело. В общем, мне даже пришлось взять инструкцию и приложить немало физических усилий, чтобы собрать все это. Но есть предположение, что у мужчин этот момент, наверное, не вызвал бы трудностей. Ну а после соединения всего этого дела остается лишь установить защитные диски и, собственно, зарядить получившееся гранатометище. В общем, выглядит этот гранатометик как-то так. Ничего особенного, но внешний вид очень радует, хотя детальность местами страдает. Но, как и полагается, есть много странных и ненужных решений. Например, планка для оптического прицела. Она есть, но прицела в комплекте, конечно же, нет. Да и нужен ли он гранатомету? Кстати, черный цвет в этом районе лишь краска и при этом не очень качественно нанесенная. Но простить можно, ибо для игрушки это вполне нормально. А вот что вообще странно, так это наличие курка, а точнее его имитации. Стреляем мы вручную, нагнетая воздух, так что можно сказать, курок – вещь абсолютно ненужная и часто даже мешающая держать ручку. А еще сбоку есть огромное квадратное отверстие. Долго я вообще не понимала, зачем оно нужно. В итоге, согласно инструкции, оно сделано на случай, если ракета застрянет. Но, если честно, то ствол настолько большой, что можно поправить заряды, просто просунув в него руку. Про стрельбу хочется сказать одно, что делать это очень непросто. По сути, приходится резко сдвигать переднюю ручку вперед, и если у вас не очень сильные руки, то можно нереально быстро устать. Ну, вы поняли, о ком я. А теперь пришла пора подурачиться! Из засады стрелять круто! А вот из положения ползком не очень. Но зато выстрелить 6 огромных ракет подряд очень весело. А вот пальнуть в себя почти нереально,
так как не очень удобно нажимать на ручку в таком положении. Ну и немного о боезапасе. У нас есть 6 ракет, но с ними надо быть очень аккуратными. Через несколько десятков выстрелов у них начнут отваливаться хвосты. Проблема небольшая, ибо всегда можно докупить запасные ракеты. Да и приклеить обратно несложно, но приятным сей факт точно не назовешь. Ну что ж, подведем итоги. Игрушка просто шикарная и веселая, а в компании так вообще отлично. Главное не забывать про технику безопасности и всегда надевать защитные очки. Кстати, я тут подумала, что мне нужна еще одна фортнайтовская пушка от Нет. Но так как я совершенно не разбираюсь в теме, буду рада любым советам. В общем, как вы заметили в начале видео, я купила не совсем то, что нужно. Так что принимаю советы и рекомендации. В общем, если вы любите пушки так же, как и я, оставляйте комментарии. На этом всем пока! До встречи на моем канале!